Дмитрий, ваш второй приход в хоккейный клуб «Салават Юлаев». Первый получился таким краткосрочным, может быть, не совсем однозначным. Какие у вас остались воспоминания от того периода? Воспоминания отличные остались. Вот. Жалко, что так получилось все. Вот. Ну, рад, что вернулся. И поэтому отличное настроение и все здорово. А как вообще возник интерес от «Салават Юлаева»? Как все произошло? Ну, после сезона позвонили, как бы, ну, агентам. Позвонил агент, сказал, что интересуется Уфа. Вот, начались переговоры, и в итоге все, ну, договорились, и все. Ну, для вас что было самым важным в этом предложении? Ну, важным, что интерес со стороны клуба у меня, вот, и, в принципе, и то, что я ребят много знаю здесь, поэтому... Это было главным. Сразу несколько человек из Тольятти. У вас есть какой-то свой тут круг по интересам? Ну да, мы все знаем друг друга. Все, всегда летом в Тольятти встречаемся, там тренируемся. Поэтому знакомы и дружим вместе. Ну, вот в этом смысле легче на новую команду вливаться, да? Ну да, конечно, легче, когда знакомы. Ну, сейчас со всеми познакомимся и все нормально будет.